Убийцы! Несмотря на предупреждение, что в зал игровых автоматов пожаловали не рядовые игроманы, а сотрудники полиции по отработке оперативной информации, дверь не спешили открывать. Сотрудникам ОМОНа пришлось врываться в заведение. Игровой зал находился в подсобном помещении на площади 1 мая. Сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД России по городу Оренбургу при силовой поддержке бойцов ОМОНа обнаружили десяток игровых автоматов, а также добровольных жертв однорукого бандита и администратора зала. В двух помещениях располагались 12 игровых автоматов, и люди как бы играли в данный аппарат. Изъято оборудование, изъято другие предметы, которые будут способствовать к выходу на организаторов данного игорного бизнеса. За игровыми автоматами лотереи «Госпожа Удача» сидели постоянные посетители. И вряд ли то, что их и организаторов теперь ждет, можно хоть отдаленно связать со словом «удача». Некоторые из задержанных уже попадали в полицию за свое пристрастие к игре. Сейчас ведется проверка, после окончания которой полицейские вынесут законное решение.